Привет! В сегодняшнем выпуске «Плохое влияние» мы рассматриваем Индиана Джонса 3 на Мега Драйв. Увеличьте меня, Эрика, на одном, и я буду использовать домашний компьютер, чтобы отредактировать некоторые из лучших кадров, когда-либо снятых в студии Battlefield. И отчет с горячей линии Nintendo. Эти люди — лучшие игроки в мире, и они потратили весь день, помогая другим людям, которые застряли. Но перед всем этим скользкие фёртлеры — кое-что интересное. Слово недели — полк, что на техническом языке означает «мошенник». Нетехническое слово для обозначения мошенничества — это, конечно же, мошенничество. И вот одно из них для превосходного приключения Билла и Теда в Game Boy. Чтобы перейти прямо на восьмой уровень, в бездну, просто введите 555-6737 на экране пароля. Чтобы попасть на девятый уровень, рай, введите 555-6429, а чтобы попасть на школьный концерт десятого уровня, введите 555-1881. И если у вас есть какие-либо жалобы по поводу программы, пожалуйста, позвоните нашему продюсеру по телефону 955-5732. Хорошо, Энди, теперь вы можете продолжать программу. Нет, спасибо. Нет, все в порядке. Нет, правда, никаких проблем. Действительно большое спасибо. Да. Хорошо, спасибо вам. А теперь я просто уйду, не могли либо вы, Вайлет. Энди, выходите. Перестаньте валять дурака. Нам всем надоело, что вы следите за нами с помощью своей дурацкой камеры. Видите ли, великих художников всегда неправильно понимают. Причина, по которой я весь день следую за Вайлет с этой своей видеокамерой, заключается в новом программном пакете для Amiga, который позволяет редактировать звук и изображение либо с вашей видеокамеры, либо с вашего обычного VHS-плеера. Первое, что вам нужно сделать, это загрузить то, что вы только что записали. Поэтому я подключу свою видеокамеру к компьютеру. А затем я поступлю так, как поступают все хорошие режиссеры, и проверю свои порывы назад, извините меня. А теперь скажите, как я сейчас выгляжу. Вот он. А сейчас я загружаю то, что только что снял на видеокамеру, в компьютер с помощью вот этого оборудования. Оно подключается к порту жесткого диска на боковой стороне вашей Amiga, и это называется дигитайзер или декодер. Что он делает так? Это переводит информацию, звук и изображение с видеокамеры или видеомагнитофона на язык, понятный вашему компьютеру. И как только все это будет записано, вы сможете делать с ним действительно интересные вещи. Посмотрите, вы можете смотреть видео вперед, перетаскивая его вперед, или вы можете смотреть его назад, или меняя здесь количество кадров в секунду. Вы можете смотреть его быстрее или даже медленнее. Самое интересное начинается, когда вы выбираете это окно, окно редактирования, потому что теперь все видео, которое я снял, представляется как фильм кадр за кадром. Так что если я хочу найти какие-нибудь интересные фрагменты Вьетнама, там было кое-что. Так что мы можем начать с него, а затем попросить его перекинуть это через плечо. И если мы закончим это там, а затем я выберу окно цикла, мы сможем наблюдать, как он перекидывает это через плечо снова и снова, и снова, и снова, и снова. Да, спасибо вам, нам. Для этого вполне достаточно. Используя эти другие окна здесь, вы можете вырезать кусочки, вы можете повернуть их вспять, вы можете вставлять кусочки, вынимать кусочки, менять все вокруг. Внизу здесь изображен весь звук, который был записан на видео, которое я только что снял. Вы можете воспроизвести его или, используя эти строки здесь, перетащить его и прослушать то, что вы записали. Вот Нэн, вот я. Хорошо, я ясно выразился. А теперь, где Вайлет говорит, хватит валять дурака. Вот начало буквы S. Теперь, если я доведу это до конца, перестаньте валять дурака. Это довольно мало, но я могу увеличить область звука с помощью зума. Воспроизведите это. Валяйте дурака. Теперь мы заходим в секвенсор и находим несколько фотографий Вайлет, на которых она говорит, что хватит валять дурака. Так вот она в тот момент грозила пальцем, не так ли? Вот она. Вот и начало. Так что мы положили это в качестве отправной точки. Валяем дурака. Это конечная точка, и мы можем запрограммировать как звук, так и изображение на клавишу W на клавиатуре. Так что теперь, когда я нажимаю W, это сбивает с толку. Он валяет дурака. Я могу поцарапать смешанный фиолетовый цвет. И на самом деле я ранее поставил Намина на клавишу Q. Нет.
Программное обеспечение и дигитайзер обойдутся вам примерно в 70 фунтов. Оно будет работать на всех Amigas и большинстве Atari. Я думаю, что это действительно хорошее соотношение цены и качества. Очевидно, что это не полноценный пакет редактирования, но это очень весело, когда вы можете сделать это с Вайли. Валяйте дурака, валяйте дурака. Да, спасибо вам, Энди. Голливуд ждет вас. И пока мы говорим о великих режиссерах, наш главный обзор на этой неделе — «Индиана Джонс 3 на Мега Драйв». Основан на фильме «Последний крестовый поход», и вы знаете эту историю. Вы должны победить злодеев, найти Святой Грааль и спасти своего старого папу, пока вы этим занимаетесь. Вот Адам. Это 8-битное преобразование, которое все еще выглядит как 8-битная игра. Мне кажется, что они потратили кучу денег на свою лицензию и практически не потратили денег на игру вообще. Графика и звуки — это мусор, а игровой процесс еще хуже. Это одна из самых глупых частей игры, где Индиана должен прыгнуть туда, быстро избежать камней, чтобы попасть во второй, и прыгнуть в нужное время, чтобы избежать падения в воду, взявшись за веревку. Это просто показывает, насколько игра основана на любви и мастерстве. Графика такая красивая. Вы только посмотрите на этот фон. Вы легко можете получить больше удовольствия на одном картридже. Если вам так нравится фильм, просто потратьте свои деньги и купите вместо него видео. В каком-то смысле эта игра дешевая и противная. Дешевая для производителя и противная для нас. Может потребоваться 10 недель, чтобы накопить на игру Мега Драйв, поэтому важно купить хорошую игру. Я хотел поставить этой игре 0 звезд, но оценка снизилась только до 1. Так что, когда это произойдет, я потрачу на это свои деньги впустую. Все не так уж плохо. Эффект хлыста отличный, и удары кулаком тоже хороши. Мне бы пришлось немного пометить его, потому что первый уровень довольно сложный. Я ожидаю гораздо большего от 16-битной игры, а Мега Драйв определенно способен на большее. Они просто штампуют любые старые вещи к Рождеству. Итак, окончательные результаты для Индианы Джонса. Мальчики дали ему ужасную оценку 1 балл из 5, а девочкам не хватило немного лучшего — 3 балла из 5. Если вы здесь фанат Nintendo, а кто нет? По слухам, даже президент Буш играет. Вам нужно находиться вдали от своего героя дольше нескольких секунд в день. Для начала вы можете перекусить печеньем Марио. Здесь есть все, от формочек для пирогов до салфеток, от сумок до поплавков для бассейна, от носков до трусов. Но я не собираюсь вам это показывать. На самом деле, я не в закусочной. Это американская штаб-квартира Кэфи Марио и Нинтендо в Сиэтле. Люди, которые едят свою ветчину с ржаным хлебом, держат здесь горчицу, являются одними из лучших игроков в мире, потому что они — люди, которые обслуживают горячую линию. Игровой процесс Нинтендо — это Робин. Чем я могу вам помочь? Их называют игровыми консультантами, и они проходят изнурительную программу обучения, которая длится около 8 недель и включает в себя знания практически всего, что нужно знать о каждой игре. Хорошо, молоток. Находится в большом сундуке. Вы уже видели большой сундук? Нет. Хорошо, у нас есть большой ключ. Нет? Нам предстоит кое-какая работа. Служба работает каждый день с 4 часов утра до 10 часов вечера. И с тех пор, как она началась, они ответили на 42 миллиона вопросов. Один должен снести две головы, тогда вы сможете победить среднего здесь, но вы должны победить две другие головы. Первая игра вожатых — это прогулка практически любого типа жизни. Но у вас определенно должна быть любовь к видеоиграм и, конечно же, ловкость, чтобы уметь играть в эти игры. Это тяжелая работа, но кто-то должен ее делать. Это не в том длинном проходе, рядом с другой лестницей. Нет, он в одной из комнат. И если гении застрянут, вот инструкции к каждой игре, когда-либо созданной. И все это только для нас. У нас есть библиотека из более чем 6 игр, доступных для любого, кто хочет играть в эти игры. Но это довольно дико, потому что вы бы не подумали, что им нужно знать все эти вещи наверху. Но они также получают некоторую помощь из большой базы данных информации, которой мы также располагаем. Хорошо, я поняла. Хорошо, хорошо. Нам звонят действительно милые дети, они очень красноречивы и, кажется, знают, о чем говорят. Я даже разговаривал с несколькими пожилыми людьми в возрасте 70 лет, и они гордятся этим. Да. О, да. Nintendo финансирует некоторые университетские исследования, чтобы попытаться выяснить, что именно делает видеоигры такими захватывающими. Давайте же. Прямо сейчас определенно есть одна игра, по которой у них возникает много вопросов, и это будет «Легенда о Зельде», «Связь с прошлым». На самом деле, мы получаем более 50 звонков в неделю только по этой игре. Если у вас что-то не так, я покажу вам, как пройти прямо к лестнице, и хорошо, мы хотим, чтобы синие были наверху, а оранжевые внизу. А потом, если мы спрыгнем с карниза, мы сможем подняться по лестнице, а затем пройти к верхней левой двери. Хорошо? В этом есть смысл? Да, я так думаю. Спасибо вам. Привет, скользкий бесшовный. Поехали со мной на маленький остров у берегов Австралии. Это жульничество. Это жульничество для Тасмании. Теперь, чтобы выбрать уровни, просто подключите две панели управления правильным образом вверх.
Затем нажмите DC и начните с обеих панелей управления одновременно, когда появится титульный экран. Затем нажмите пуск, затем посмотрите, когда начнется игра. Это правда. Теперь, если вы застряли в игре, что бы вы ни делали, не звоните сейчас и не звоните в Америку, как на горячую линию Nintendo в этой стране тоже. И номер 7036522. Теперь о новостях и анонсах этой недели. Audios, один из самых популярных импортных продуктов за последние несколько месяцев, будет официально доступен для SNES в феврале. Опять же, со зрелым чувством юмора, действие происходит в странном мире, в который вторглись огромные подозрительные типы. К тому времени, как вы столкнетесь с борцами сумо, танцовщицами и пингвинами, вы не сможете ударить по своему джойстику от смеха. Хорошие новости для владельцев игрового снаряжения. Sega выкупила свою специальную марку аккумуляторов для своих жадных до сока карманных компьютеров. По цене $3.99. За 6, по-видимому, они дают вам 5 часов игры, что снижает эксплуатационные расходы примерно до 80 пенсов в час. Инка — одна из самых потрясающих выглядящих игр, которые я видел за долгое время. Она вышла на ПК на этой неделе и скоро будет доступна на CD-ROM. В ней используются оцифрованные версии реальных актеров, чтобы воссоздать мистическую цивилизацию инков 500-летней давности. Вы играете за избранного Эльдорадо, и с помощью старого духа инков должны сражаться с вторгшимися конкистадорами, чтобы вернуть три силы времени, материи и энергии, и восстановить древнюю империю инков. В эти выходные состоится живое шоу Games Master, грандиозное игровое мероприятие, организованное нашими коллегами на 4-м канале. Оно проходит с пятницы по воскресенье в Бирмингемском НЭК и даже включает в себя точную копию набора для нефтяной вышки Games Master. А теперь еще несколько обзоров игр. Zykonics на Amiga — это красочная головоломка в стиле Tetris и Talon. Ваша миссия состоит в том, чтобы остановить блоки, заполняющие экран. Вот Кэтлин, она покажет нам, как это сделать. Это отличная игра. Вы должны постараться провести диагональные и горизонтальные линии, чтобы сделать экран четким. Музыка действительно великолепная. Вы можете выбрать джаз, рейв, фанк или что-то в этом роде, или просто выключить ее. Есть много разных видов бомб и взрывающихся шаров, которые взрывают ваши блоки. Некоторые из них довольно хороши, потому что они избавляют от вещей, которые вам не нужны. Есть 4 разные игры, в которые можно играть, но все они почти одинаковые. Игра становится все быстрее и быстрее по мере того, как экран заполняется, так что управлять ею становится все труднее. Я бы определенно купилась на это. Это хорошее соотношение цены и качества, потому что она стоит менее 20 фунтов. Блестящая игра, отличная музыка, где через некоторое время вам придется перестать играть, потому что пластиковые абажуры режут глаза. Это здорово помогает улучшить вашу зрительно-моторную координацию. В нее весело играть и приятно смотреть. А что касается оценок за Zykonics, то мальчики поставили ей в среднем 3 балла из 5, но девочкам она понравилась немного больше. Они поставили ей 4 балла из 5. Далее у нас есть Bomb Jack в Game Boy. Еще одна реконструкция классической аркады. Но работает ли она как карманный компьютер? Вот Джон Пьер. Я не думаю, что это хорошо подходит для Game Boy. Это просто слишком слабо. Это та игра с подсчетом очков, которая должна остаться в аркаде. Каждые 5 уровней вы попадаете на один без каких-либо платформ. Здесь легко набирать очки. Упс, вот и еще один уровень. Они довольно короткие. Это вариант медленной игры. Я не вижу в этом смысла. Это просто усложняет всю игру. Вся идея устарела. И для Game Boy есть вещи получше. Это всего лишь среднестатистическая игра. Я не буду играть за нее 25 фунтов. Я играла в эту игру на Amstrad и Commodore 64, но это не так хорошо. Злодей слишком случайный, и вы не можете ясно видеть, что происходит. Я играл в эту игру в аркадах, когда был помоложе. Может быть, это потому, что сейчас я старше, но я действительно не думаю, что эта версия работает. Я не пойду и не куплю это. А оценки за Bomb Jack. Мальчики дали ему 3 балла из 5, средний балл, и девочки тоже дали ему 3 балла из 5. Мы получаем тысячи писем каждую неделю в эту программу с просьбами и мольбами прийти в студию и стать частью опыта, который плохо влияет. Так вот, некоторые люди пишут нам одно письмо, некоторые два, некоторые даже 3, но пара парней из Лондона прислали нам целый мешок. Все это от Роджера и Стивена Райта. Что мы могли сделать после всех этих писем, кроме как пригласить их войти? Они здесь. Это также не имеет ничего общего с тем фактом, что они свежий поп-дуэт. Добро пожаловать в Бэт-Инфлуэнс, ребята. Спасибо, что мы так рады вас видеть. Теперь мы программа компьютерных игр, в которой нужно участвовать. Так что, как заядлые игроки, мы хотели бы знать,
знать вашу пятерку лучших, пожалуйста. Пятерку лучших? Я начну с бокса. Бастер Дуглас боксирует. Хорошо, а теперь почему бокс? Мне нравится это движение, так что вы можете получить действительно серьезные звуковые эффекты. Это тоже довольно забавно. А как насчет номера 4? Разносчик газет. Да. Это очень хорошо. Это довольно круто. Почему именно это? Избегаю всех машин. Проверяю газеты в коробку. Мило. Хорошо, номер 3. Я ежик Соник. Ну да, все увлекаются ежиком Соник. Номер 2. Номер 2. Я думаю. Думаю, номер 2 таков. Номер 2. ВВ по борьбе. Да, теперь я видел это на шоу Фьюд, которое я поймал. От Сейджи Заган был там. Мне нравится движение. Вы можете... Они действительно реалистичны, не так? Да, вы можете взобраться по канату. Вы действительно можете запрыгнуть на Халка Хогана или кого бы вы ни выбрали. Вы также можете услышать шум толпы на заднем плане. Хорошо, итак, рот номер 2. Номер 1? Номер 1, номер 1. Давайте вы должно быть Street Fighter 2, Super Nintendo. Хорошо. Значит, вы воображаете себя игроками Street Fighter 2, не так ли? Определенно, да, да. Не хотите ли принять вызов плохому влиянию? Вау, послушайте, подойдите сюда. Потому что этот парень, с которым вы должны познакомиться, это Лейкиш. Лейкиш делает обзоры для нас здесь в программе. Так что этот человек знает, о чем говорит, и он хорошо вооружен в Street Fighter 2. Кто собирается сразиться с ним? Доверьтесь мне. Окей, вас понял. Если вы выберете персонажей, которых хотите. Да, хорошо. Побейте меня, я уверен, что побил вас. Хитрость против Чун-Ли. Свое время, ребята, это дурно влияет на Fresh Street Fighter 2. Поехали, поехали. Роджер снимает несколько захватывающих. Мы еще ничего не сделали. Люкс. Лукеш получает удар. Он падает. Он снова и снова снимает низкий фильм. Она великолепна. Она была такой. Ваша жизнь проходит ужасно хорошо. Посмотрите на это. Это серьезный фильм. На ум приходит выражение «мотылек», не так ли? Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Да, это хорошо. О, да ладно вам, Роджер. Вы не можете проиграть ради нас. О, боже. Я думаю, он играл. Ребята, которые просматривают игры в этой программе, знают свое дело, я уверен. Давайте, 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 давайте. Он снова упал, Роджер. Роджерс поздно возвращается, Роджер. Позднее возвращение в воздух. И закрывается. На ум приходит победа Гьял. Молодец, Лейкиш. Примите мои соболезнования, вас понял. Спасибо, чувак. Спасибо, Сэм, вам обоим за то, что пришли. И давайте надеяться, что новый сингл Тима будет немного лучше в искусстве, чем вы сделали на Street Fighter 2. Приятно видеть. Спасибо, ребята. Бип-бип-бип-бип. Медицинская вспышка. Физические упражнения и свежий воздух очень-очень вредны для вас. Не делайте этого. Физические упражнения раскачивают ваш мозг, заставляют ваши кроссовки пахнуть и вызывают пот. Бла-бла-бла. Свежий воздух и солнечный свет заставляют вашу кожу покрываться мурашками. Так что держите шторы закрытыми весь день. На самом деле, самое близкое, что вам когда-либо следует делать для физических упражнений или активного отдыха, это такие игры, как супертеннис на SNES. И даже это может быть утомительно. Так что используйте этот чит, когда играете в одиночном разряде. Прежде всего, достаньте панель управления WAN и нажмите кнопку выбора. Затем перейдите к панели управления ту и дважды нажмите R. Один раз влево, один раз вниз, затем B, A, а затем L. Это означает мяч. Понятно? Затем перейдите на панель управления 2 и используйте кнопки B, A, чтобы изменить верхнюю строку на FS. Тогда, наконец, нажмите «Выбрать», и вы получите непревзойденного теннисиста. И после всего этого мне стало немного смешно. Я думаю, мне лучше прилечь. Если вы хотите получить доступ к информации в хранилище данных, установите видео на запись прямо сейчас. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть поездку в Манчестер для записи сингла с Бруклином в их тамошних студиях звукозаписи. Мы попросили вас определить 5 музыкальных клипов из 5 игр, и они были следующими. Это был Street Fighter 2. Затем последовал этот. Super Mario World. Это был номер 3. Если вы этого не поняли, значит вы жили под скалой ежик Соник. Номер 4. Передайте всем эту игру Тетрис. И наконец. Лемминги. Первый правильный ответ из корзины для мусора «Дурное влияние» пришел от Дэниела Дисбора, который живет на Спринг-Лейн, Сибрук-Хайт в графстве Кент. Поздравляю, наслаждайтесь записью, и если вам понадобится чья-нибудь помощь с бэк-вокалом, я доступен по разумной цене. Приз конкурса на этой неделе – футболка «Грозное и дурное влияние». И вопрос в том, какой актер сыграл отца Индианы Джонса. Ответы на открытки или запечатанный конверт с пометкой «Конкурс» должны прибыть не позднее следующего понедельника. Не забудьте журнал «Дурное влияние» сейчас в магазинах,
А в остальном увидимся в то же время, в том же месте на следующей неделе за дурное влияние. Или увидимся в субботу, как дела, док? Подождите минутку, обычно это моя реплика.